капелла лучше, давай. Ножка в очах летела, зорка с неба летела, ножка в очах летела, зорка с неба летела, ножка в очах летела, зорка с неба летела, ножка в очах летела, зорка с неба летела. Ножка в очах летела, зорка с неба летела, не на дахи, не на клетки, а у милого сердца. Низко взяла, давайте выше, можно? Давай. Волнуюсь, черт. Ночка волчьи летела, зорка с неба летела, не на дахи, не на клетки, а у милого серця. Серця два я відчинила, жаркія гонь розпалила, горяча стала, бесання напала, захворів милий, коли до ламка тілася, повняво хмихля ділася. Не спіть, милий, не п'янєстю, на вулицю не йде. А як то, як хвороба, вилеча гаганаті. А як то, я дівчину знаю. Хорошо, Полешка. Смотри, ты очень оригинальный, конечно. Ты не боишься быть самим собой. Я тебе сразу скажу, что в мой проект это не пойдет. Я чувствую, что я всегда должен говорить, когда видно, что у человека большой талант, но все равно это не подходит просто под мой формат. Я бы двигался, я понимаю, что это твои натуральные движения, но если просто это чуть-чуть... Что ты говорил про там диамант и... Ничего. Я говорил про алмаз и бриллиант. Про алмаз и бриллиант, Андрей говорил. Но алмаз тоже нормально. Но вот смотри, когда ты сейчас слишком много двигаешься, не совсем все понятно. А если просто чуть-чуть больше это продумать, так это может стать очень хорошим актом. И вот ты хорошо поешь, не надо начинать с этим первым, а то мы все здесь очень побоялись. Мы думали, что вы ведьма. Да, я боялся, что она сейчас превратится в дьявол. Так что этого не надо. Но хорошо поешь, молодчина. Могу еще спеть. Ну нет, потому что я... Если, да, я уже понимаю твой стиль, хороший стиль. Ну я с девочкой.